Второй мультиплекс цифрового эфирного телевидения запущен в Нижегородской области. Передатчик второго мультиплекса, как и первого, введен в эксплуатацию в Сарове. Главными участниками церемонии запуска стали студенты IT-специальности вузов Сарова, как будущие профессионалы инновационной сферы. Что же получат жители от запуска второго мультиплекса? Во-первых, это бесплатное телевидение, в отличие от существующего цифрового сегодня кабельного или спутникового. Это 20 каналов основных федеральных, которые, в принципе, самые востребованные сегодня в России. И сегодня уже 80% населения региона могут смотреть 10 каналов, а остальные будут постепенно подключаться теперь ко второму мультиплексу. Доступ к 20 каналам в цифровом качестве уже получили около 120 тысяч жителей области. Запуск второго мультиплекса осуществляется по федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации 2009-2015 годы». Программа направлена на формирование единого информационного пространства, чтобы жители даже самых отдаленных и небольших населенных пунктов получили бесплатный доступ к многопрограммному телерадиовещанию в высоком цифровом качестве. Первые вот эти уже тестовые недели, которые до этого были, они показали, во-первых, то, что и правда оборудование первого-второго мультиплекса работают в унисон, вместе, то есть инфраструктура, она создана с самого начала верно. Сразу видно, как работают приемные сети, да, то есть, опять же, там, как в Сарове, например, да, где созданы приемные сети для эфирного телевидения, да, собственно, люди вообще практически просто получили 10 каналов и все, да, что тоже очень замечательно, дополнительно 10 каналов. Сейчас остается ждать частот, оборудование, достраивать первый мультиплекс, параллельно начинать, как в Сарове, строить второй мультиплекс, чтобы все жители Нижегородской области смогли смотреть 20 цифровых каналов. В дальнейшем стоит вопрос о третьем мультиплексе.